Всем привет! Давайте поговорим с вами сегодня про такой процессорный кулер Darkroom Pro 4 от компании Be Quiet. Собственно, здесь у нас красуется сам кулер с надписью, да, «Бескомпромиссная тишина и производительность». Комплект, значит, идет два вентилятора, сам радиатор. Значит, по поводу вентиляторов. Коробку, наверное, уберем в сторону. По поводу самих вентиляторов у нас идет первый, это Silent Wings 135 мм, и второй, это Silent Wings 3 120 мм. Достаточно тихие, оборот у них в районе 1500. Вот. Также сам радиатор, он достаточно массивный, тяжелый. Выглядит он вот так вот. Это задняя панель, это передняя. Да? То есть здесь ставится первый вентилятор, вот здесь внутрь ставится второй, 135-й, передний 120-ка идет. Вот. Площадка под процессор достаточно хорошо отполирована. Поверхность сама достаточно гладкая. Соприкасается хорошо, ну, небольшие неровности есть, но, в принципе, не критично это все. Вот. По поводу самого радиатора, у нас здесь идет 7 тепловых трубок, теплоотводящих трубок. Соответственно, эффективность достаточно на высоком уровне, да, но и по ТДП видно, что 250 Вт это достаточно замечательный такой результат. На него можно, в принципе, его можно ставить практически на любые процессоры потребительского сегмента. Он отлично отводит тепло, да. Понятное дело, что ставить на какие-нибудь AMD Ryzen 3, даже 5, у меня, кстати, Ryzen 5 3600 XT, особо смысла нет. Или аналогичные интеловские, да, i5, i3, там, Intel Pentium вообще, тем более, да, то есть смысла в таком нет, потому что на данный момент он стоит порядка 8000 рублей, в зависимости от магазина, там цены могут колебаться. Вот. Если говорить про то, как он выглядит, вот, да, как он будет смотреть на нас, выглядит он вот так вот. Здесь идет два отверстия, такие вот закрытые крышечками. Зачем они нужны? Они нужны для монтажа. В комплекте идет вот такая вот фирменная отвертка Be Quiet. Но идет она не просто так, потому что на самом деле, вот этот кулер монтировать очень сложно, на мой взгляд, да, если проводить параллели с другими кулерами, да, подешевле, попроще, поменьше. Потому что вы не сможете его нормально поставить, если у вас на компьютере установлена в данный момент видеокарта, потому что вот когда я, например, его устанавливаю или снимаю, я всегда сначала снимаю видеокарту, потому что иначе она просто мешает. Вы ставите его, соответственно, на процессор, вот так вот. Через эти отверстия вам нужно попасть и прикрутить с одной и с другой стороны. И только после этого вы устанавливаете уже вентиляторы на него. Вентиляторы ставятся вот, крепятся вот такими вот специальными штучками. Вот. Сама сложность заключается в том, что прикрутить его, наверное, не особо-то сложно. Поставить первый вентилятор тоже не особо сложно. Но вот поставить второй вентилятор, уже начинаются проблемы, потому что у вас он уже монтирован, вам нужно сбоку вот так вот поставить его и зафиксировать. Если у вас стоит видеокарта, соответственно, всего этого вы уже сделать не сможете. Так или иначе, вам придется убирать. Поэтому монтаж этого кулера, я считаю, не самым простым. И, соответственно, то есть, опять же, да, далеко не каждому человеку он нужен. Если говорить про меня, да, у меня процессор Ryzen 5 3600 XT. Оправдана ли эта покупка? В моем случае нет. Я считаю, что она не оправдана, потому что для моего процессора будет достаточно кулера попроще, но брался он с заделом на будущее, потому что есть определенные планы по замене процессора в дальнейшем на более производительное решение. И, ну, естественно, от AMD. Также, если мы говорим по сокетам, поддержка тут идет всех популярных современных сокетов, поэтому с монтажом у вас вряд ли возникнет проблема.
устройство, в принципе, можно отнести к достаточно премиальным. Качество сборки на высоком уровне. Все очень замечательно. Шум в районе 24 дБ в максимальных нагрузках. Но на самом деле выводить его на максимальные нагрузки большинство из обычных компьютеров, да, с обычными процессорами, вряд ли сможет. Поэтому работает он весьма тихо прям.